Жуковский Петр Николаевич. Родился 18 июня 1912 года в деревне Нелиш Смоленской области. Командир взвода 76-го отдельно-штурмового инженерно-саперного батальона 16-й штурмовой инженерно-саперной раворусской бригады резерва главного командования 1-го Украинского фронта, младший лейтенант. В конце января 1945 года в Висло-Одерской наступательной операции Жуковский вместе с бойцами своего взвода вплавь в ледяной воде поставлял рамы моста, что позволило досрочно нанести переправу через Одер в районе населенного пункта Грошовец, Польша. В ночь с 5 на 6 февраля, когда немецкие войска предприняли в районе моста несколько контратак, Жуковский со своим взводом успешно отразил их. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года младший лейтенант Петр Жуковский был удостоен высокого звания Герой Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Был также награжден орденом Отечественной войны первой степени, двумя орденами Красной звезды, медалями за боевые заслуги, за взятие Берлина, за освобождение Праги и другими медалями. После победы продолжил службу в Советской армии. В сентябре 1946 года был уволен в запас. Жил в городе Киров. В 1948 году был избран депутатом Котельнического районного совета депутатов трудящихся. С августа 1978 года на пенсии. Скончался 30 января 1996 года. Похоронен на Новомакаревском кладбище города Кирова.